Вы построили империю с нуля. Мистер Хейл, какая честь, человек, который построил Нью-Йорк. Все будут говорить, что ваши здания обеспечили вам бессмертие. Вам становится хуже. Вы чувствуете себя бессмертным? Лучшим умам человечества мы предлагаем время, чтобы они реализовали свой потенциал. Это лучшее из всего, что может быть доступно человеку. Он живой? Пустой смысл. Если согласитесь, пути назад не будет. Ваша старая жизнь кончится. Что это? Это для остановки сердца. Что? Для остановки сердца. Как самочувствие? Привыкаю к запаху нового тела. Чувство юмора? Отлично. Расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью. В вашем возрасте вы это заслужили. В чем дело? Ни в чем. Просто я такого 52 года не видел. Это была не галлюцинация. Папа! У бессмертия есть побочные эффекты. Есть кто? Это невозможно. Этим летом. Что тут скажешь? Научный прогресс всегда требует жертв. Я не хотел, чтобы кто-то пострадал. А вы готовы убить? Вы получили, что хотели. Вы убили человека? Нет! Я убил! Чтобы жить вечно! Скоро меня не станет, я уже чувствую, как испаряюсь. Без меня ваше сознание померкнет. И мы оба знаем, кто им завладеет. Только я могу помешать вам впасть в полное забвение. Вне себя! Та склеил как-то сзади. Забей-ка! Пардон! Фу! Да, Пиндер. Пол, Дэд. Красивый красный костюм, мистер Пон. Рождество как никогда, Пиндер. Еду по списку плохишей. Ты вот сейчас такой, кинцо ведь про супергероев, а тут парень в трико пустил человека на кебаб. Сюрприз. У нас тут совсем другое кино про суперов. И начнем мы его с тех времен, когда еще не втиснул свою жопку в резиновое трико. Мистер Уилсон, у вас нашли рак в последней стадии. Мы справимся. Что если я скажу, что мы можем вылечить вас и наделить феноменальными способностями? Похоже на рекламу из телемагазина. Прям такая дешевенькая, там слэпчоп или шейквейт. Если не вернусь, запомни, я тебя люблю. Ты получишь способность к невероятной регенерации. Только не думай, что очнешься супергероем. Мы сделаем тебя суперрабом. Ну как так? Бросил меня одного с этим Хосе Консека? И вот после их танцев с бубнами я теперь совершенно неуязвим и совершенно, блин... неотразим. Да ты прям как жопа, вывернутая наизнанку. Супером я быть не хотел. Да и герой из меня никакой. Но когда твой злейший враг угрожает твоей девчонке, то хочешь не хочешь, а супергероем, сука, станешь. А, мои мягкие французские булки! Шеф, музычку? Ну нельзя же так, Дэдпул. Хорош развозить сопли в стиле Людей Икс, колосс. И потом, никто даже не пострадал. Он там висел еще до моего приезда. Уж кем-кем, а дамочкой в беде я еще не была. Ну что, пора заворачивать гребаные чимичанги. Вам знакомо это лицо? Впервые такое говорю, но не глотай. Ну и срань. А утюг я выключу. Такие амбалы мне не по зубам, поэтому я привел его.
То есть, я хотел сказать ее? Конечно, Твиттер — это святое, не торопись. Погоди минутку, покажи этой Грымзе. Кто полезет к ней в трусы на выпускном, не жилец. МКС Центра управления. Визуальное подтверждение марсохода «Пилигрим». Я вижу его. Он врежется в тебя. Не врежется. Врежется? Ко мне. Давай, 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 давай. Скажите комитету, их образец в целости и сохранности. С каждым годом наша оценка вероятности существования жизни в космосе все оптимистичнее. Все больше и больше ученых считают, что контакт с ней уже не является чем-то невообразимым, а естественным событием в истории человечества, которое, возможно, произойдет еще при жизни многих из нас. Вездеходы отправляют на Марс уже 20 лет. Интересно, что нашел этот? Образец крупная одноклеточная. Несомненно, биологическая. Первое неопровержимое доказательство внеземной жизни. Я стал отцом. За опеку над малышом будет война. Он великолепен. То, при каких условиях мы впервые встретим жизнь за пределами Земли, может определить характер всех последующих отношений. Давайте не забывать то губительное воздействие, которое мы оказали на бесчетное множество людей на этой планете. Людей, которые доверяли нам, защищали нас, и которых мы уничтожили из-за собственной безответственности. Наша жизнь... Местонахождение вида неизвестно. Мы не знаем, что это. Если он доберется до Земли, под угрозой окажется все человечество. Мы покинули орбиту. Ты не знаешь, на что он способен. Наша жизнь... Наша жизнь... Возможно, и есть то, с чего нам нужно начать. Самих себя. Живое. Говорит Майкл Брайс, агент безопасности. Я вытащил клиента. Нужна зачистка. Думаю, стоит вызвать саперов. А нет, лучше пожарных. Это моя машина? Боюсь, что да. Присаживайтесь, денек был непростым. Продолжается суд. Над одним из самых жестоких диктаторов мира. Все ждут основного свидетеля. Уверяю, мы предотвратим любую угрозу. Предотвратил, мазафака. Когда Кинкейд сдохнет, получишь всю сумму. Неподалеку есть убежище. У меня для тебя работа. Объект вон там. Какого хи... 27. Столько раз этот говнюк пытался меня убить. 27. 28! Ты без меня и часа не протянешь! Размечтался, сучонок! Скажите, а где ваш муж? За мужем моим не уследил. Это твоя работа, мазафака! Есть один расклад, при котором Брайс и Кинкейд не выжил. Они прикончат друг друга. Будьте так любезны. Пистолет! Да! Йоу, ты закончил? Так, на счет три. Раз. Мой косяк. Да ладно. Если жизнь повернулась к тебе жопой, засади ей. Главное, успеть, пока она не погребла себя под кучей дерьма. Мы же договорились, что ты отдашь деньги сегодня в 5. Почему не пришел? Не вышло, но у меня есть деньги. Правда, есть деньги. Держу их в руках сейчас. О. Эй, Джейби. Джейби? Что-то вы заскучали. Может, сыграем партию? Туз — это хорошо, ясно? Я уже играю достаточно давно, но таких профи, как ты, не видел. Пас.
Играем на все? Да. Мне плевать на выигрыш. Откуда ты такой взялся? Ты мне принес долг. Через пару недель, не волнуйся. Завтра. Нет. Тогда жди моих друзей. Позволь личный вопрос. О, нет, не хочу тебя в это втягивать. Сколько ты должен? Много. Кому? Да всем. Но у меня есть план. Слушаю. Мы поедем вниз по Миссисипи. Мы покажем им всем. Пошел, 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 пошел! Будешь моим талисманом. Мне нравится. Я не заслужил тебя, но ты появился как ангел с небес. И бум! Началась магия. Поспорим, кто выйдет из туалета? Он нет, будет в очках. Нет, нет. Да, он будет в очках. Нет. Спорим на 100 баксов. Добро. Да! В следующий раз остановись, когда я говорю. Некоторые рождаются неудачными. Чего ты хочешь? Скажи мне, все выйдет. Раз, два, три, ну же, бум! Я просто не могу остановиться, не могу как ты. Это история без хэппи-энда, Джерри. Возвращайся домой. Я не могу возвращаться с пустыми руками. Так нельзя. Хорошо, я делаю. Зачем ему деньги? Он верит, что они дают свободу. Иногда нужно просто быть хорошим актером, чтобы напугать соперника. Ставим на все. Все или ничего. Да, лучше все. Великий свет покинул Вселенную. Миры уничтожаются. Мы столкнулись с беспрецедентной опасностью. Сильнейшим врагом, способным уничтожать целые цивилизации. Чтобы сразить врага, мы должны разыскать человека. Не надо напоминать вам о вашем долге. Джордан. Кольцо выбрало тебя. Бери. Клянись. Клянись. Будто все знают клятву. Я присягнул фонарю, который получил от умирающего пришельца. Вот он, избранный человек. Кольцо делает мысли материальными. Его силы ограничены только твоим воображением. Меч, как это по-человечески? Враг не будет играть честно. Это то, что я думаю? Инопланетная форма жизни, доктор. Первая из обнаруженных человечеством. Сынок, мы поставим тебя на ноги. Лучше себя в жизни не чувствовал. Они бы не выбрали меня. Они ничего во мне не видят. Я вижу твой талант побеждать страх. Сиди здесь. С удовольствием. Если ты погибнешь, будет много невинных жертв. Твой мир будет уничтожен. Помоги спасти мою планету. Сражайся. Сражайся со мной. Во тьме ночной, при свете дня, злу не укрыться от меня. Вы, злые мысли в ком царят, страшитесь. Света фонаря! Помогите, я в гробу, меня закопали. Помогите мне нечем дышать. Сэр, как вы оказались в гробу? Я не знаю. Я вырубился от удара, потерял сознание и больше ничего не помню.
Меня взяли в заложники. Сказали, что хотят 5 миллионов. А иначе меня оставят умирать. Хорошо, мистер Конрой. Стоп, подождите, стоп, стоп. Откуда вы знаете мое имя? Что у вас там происходит? Где деньги? Мне нужно больше времени. Пожалуйста, выпусти меня. Обещаю, я достану тебе денег. Нет, 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 нет! Погребенный заживо. В кино с 14 октября. Такое ощущение, что мы жить не можем без страшилок. А вы что скажете по поводу всех этих слухов о вампирах? Если бы вампиры существовали, мы бы давно о них узнали. Кого действительно надо бояться, так это того социопата, что мы сейчас разыскиваем. Он считает, что его долг — убивать монстров. Может, просто будешь добрым? В мире слишком много зла. Ты враг народа номер один, Блейд. Весь мир ополчился против нас. Не стреляйте! Он сражался с силами тьмы в одиночку. Мы использовали людей, чтобы найти тебя. Но все изменилось. Вечер добрый, дамы. Назад! А вы кто еще такие? Меня зовут Ганнибал Кинг, а это чертовка Абигейл. Дочь Уистлера. Видимо, охота у меня в крови. Вы дети. С чего вы возомнили себя охотниками на вампиров? Для начала, я сам им был. Любители. Вампиры хотят покорить мир с помощью первого вампира. Они его нашли. Он с рождения совершенен. Он никогда не был человеком. Развязка близка, Блейд. Время расплаты. Готово к настоящей войне. Настало время. Последний Блейд. Готовься к смерти. Готов с рождения. Битвы. Уэсли Снайпс, Джессика Бил, Райан Рейнольдс, Блейд 3, Троица. Куда собрался? Мы же тебя спасаем. Меч забыл. Привет, Джек. Отлично. Заходи, рад тебя видеть. Пит. Заходи, отлично, отлично, заходи. Извини, что закрыл дверь. Привет, заходи. Давайте сразу к делу. Нам нужен Бадди Израиль. Большая сволочь. Его нужно прищучить. Или... как вы там говорите? Прищучить. Вот именно. Не трогай. Это не твой кролик. Положи на место. Цель. Бадди Израиль. В истории суда над мафией не было более важного свидетеля, чем Бадди. Тузы Израиль. Он сволочь, неудачник, стукач. Что вы хотите мне продать? Заказ. Какой куш? $1 миллион. За его голову обещают миллион. Он не просто важен для нашего дела, он и есть наше дело. В него всадят 10 коробок пуль. Он должен выжить. Пусть выиграет лучший киллер. Где подписать контракт? Покушаться на его жизнь будут профи, лучшие из лучших. Что будем делать? Надо добраться до Израиля раньше других. Держите его в этом пентхаусе. Фильм режиссера «Наркобарона». Бен Аффлек. Джейсон Бейтман. Камон. Энди Гарсия. Алисия Кис. Рэй Лиотта. Джереми Пайвен. Райан Рейнольдс. Эти ребята устроят заварушку. Козырные тузы. Мне нужно вниз. Еще бы. Десятый этаж. Код 250-27. Ты должен разобраться с охранной системой. Он самый лучший. Он профессионал. Напьемся до смерти. Неужели?
Кевин Крафт – взломщик. Притом гениальный – это не преступление, а искусство. Он готов превратить преступление в игру. Бум! Надо не просто открыть замок, но и взломать секретный код в новейшей сигнализации. Кевин Крафт. Я виновата. Твой план выкрали. Как выкрали? Но некие силы перевели его игру на высший уровень. Вот схема и ваш план. Но мы не взломщики. Вот черт. Будете работать на меня. Объясни, почему мы не можем взять схему? Слишком опасно, не верю. Ты что, хочешь, чтобы тебя убили? Что за работа? 44 миллиона долларов в серебряных слитках. 665, мне никогда не везло шестерками. Здесь же код 6652. Откуда? А? Может, объяснишь нам? Жаль, что я не экстрасенс. Скорее, охрана уже на подходе. Вход. Выход. Не выйдет. Разрядка. Райан Рейнольдс. Держись. И Дэвид Суше. В фильме «Защита от дурака». Кошетку, сука, в пол! Я аж обгадился. Ты знаешь, скорее это был я. У вас не жизнь, а сказка, Диппи. Да. Беззаботный настрой. Ноги сильные. Подруга красивая. Извини, опоздал. Собирал весь глютен в мире и запускал его в космос, чтобы он больше не портил нам жизнь. Поцелуй уже, краснуля. Это что за леводрочер? Меня зовут Кейбл, и мне нужен пацан. Пацан? Какой? Только дернись. Дети дают нам шанс стать лучше. Ты ему нужен. Ты куда умнее, чем я выгляжу. Я Кейблу пацана завалить не дам. Но мне нужна помощь. Поп. Можешь погромче. Или хер изо рта вытащи, не слышно ничего. Мы соберем свою супер-залупер команду. В меру безнравственных, крепких и помоложе, чтобы лет 12 свою франшизу тащили. И мы назовемся Сила X. Звучит как под копирку. Совершенно верно. Ну что, пора выписать адских люлей. Don't call it a comeback! I've been here for years, I'm rocking my fears, putting suckers in fear, making the tears rain down like a monsoon. Listen to my bass go. Вангую они это сняли в слоумо. Грязное это дело, за правое дело бороться. Но если в борьбу уже ввязался, придется порой и замараться. Вот поэтому джинсы-талисман — это натуральная порнография. А, говорила мне мама, надо учиться. Хайпанем как первый и даже круче. Ну а третьего, может, и не будет. А нафиг он нужен? Два огонь, а дальше треснет. Он был одним из лучших агентов ЦРУ, пока не вышел из-под контроля. На его счету смерти многих агентов. Этот человек сам не придет в американское консульство без веской причины. Ну как дела в Кейптауне? Объект ЦРУ, Южная Африка. Слышал, открылась новая вакансия. Вакансия одна, кандидатов 37. У каждого оперативного опыта больше, чем у тебя. Откуда опыта взяться, если я круглые сутки торчу в четырех стенах? Это Вестон, слушай. У нас важный гость. Не может быть. Это Тобин Фрост. Выруби все камеры в помещении.
А это законно. Пошел, пошел, пошел! Вспомни правило номер один. Ты в ответе за своего гостя. Я твой гость. Они пришли за мной, но я нужен им живым. Не сдавай меня. Время уходит. Тик-так, тик-так, тик-так. Эй, эй! Залезай. Ты шутишь? Нет. Лезь в багажник! Секретный объект обнаружен. Следуйте протоколу. Протоколу? В протоколе про это ни слова! Кто нас преследует и зачем? В первую очередь тебе следует понять, как было совершено нападение на твой объект. Это был секретный объект. Но они знали, где нужно искать. Кто-то слил информацию. Кто-то, кого ты знаешь. Не пытайся меня убедить. Я уже убедил. Теперь они работают вместе. Думаю, Вестон на его стороне. Ради правды. Ты не знаешь, сколько у тебя врагов. Ты должен дойти до конца. Можешь оставаться слепым, а можешь раскрыть глаза. Я завершу начатое. Именно этого я и хочу. Доступа Кейптаун. Смотрите в кинотеатрах. Всем на пол, полиция! Ну и денек. Где я? Ты мертв. Это что, шутка? Обхохочешься. Но твои таланты нам пригодятся. Добро пожаловать в призрачный патруль. Призрачный патруль? Департамент «Покойся с миром». Вижу, ты меня понял. Твоя работа – ловить мертвецов, которые скрываются от правосудия. Знакомься, твой новый напарник. Нет, пока не заслужил. За мной. Universal Pictures представляет. Мы лучшие законники среди живых и мертвых. Беглые души взяли за моду притворяться людьми. Черт, куда бы пальнуть? Глаза разбегаются. И еще кое-что. Теперь у тебя и голос не твой, и рожа чужая. И на кого я похож? Серьезно? Дедок китайский? А ты тогда кто? Твоя взяла, Рой. Готов? Стэнли Новицкий. Департамент здравоохранения. Мы подозреваем, что вы мертвы. Он твой. Не благодари. Нет, и близко к нему не подойду. Главное, не напрягайся! Как ты заметил, парни, мы живучие. Но больно, блин. В этом году. Такого что-то не припомню. Если мертвые одержат верх, миру людей конец. Они ошиблись адресом. Этот мир принадлежит живым, и призрачный патруль об этом позаботится. Они защищают наш мир. Какого? От гостей с того света. Пока все неплохо. Кроме грядущего апокалипсиса. Призрачный патруль. Весело, да? Главное, не напрягайся. Смотрите в кинотеатрах с 18 июля.